Сразу после консультативной встречи продолжилась в расширенном формате. К лидерам стран в качестве почетных гостей присоединились президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии Каха Имнадзе. В условиях сложных процессов, происходящих в мире, президент Казахстана считает важным выработку общего видения по дальнейшему развитию региональной кооперации. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что принятые сегодня решения и их последующая реализация будут способствовать углублению многопланового партнерства. Важное значение представляет сотрудничество в сфере экологии, борьбы с последствиями изменения климата. Мы сталкиваемся со схожими вызовами, поэтому особое значение приобретает расширение взаимодействия, повышение координации, обмен опытом по вопросам климатической повестки. В завершении саммита президент в качестве председателя консультативной встречи от лица глав государств Центральной Азии наградил почетным знаком президента Узбекистана Шавхата Мирзиёева.